Продолжает действовать в областном центре программа по наказам избирателей. Благодаря помощи депутата городской думы на острове Пески привели в порядок часть улицы Маршанской. У нас в этом году по программе наказа жителей к депутату Савелию Валерию Петровичу сделать нам дорогу по улице Маршанской в размере 150 квадратных метров. Нам ее сделали. Также нам должны привезти снаряд. Это тоже по программе Валерия Петровича. Спортивный снаряд, шаговый снаряд. И также две урны, новые две урны. Все, что нам обещает депутат, он все слова свои исполняет. Это центр города, который давно не ремонтировался. То есть очень много проблем. Люди в основном пенсионного возраста, потому что они здесь уже живут давно, уже привыкли. Всем нравится этот район, но тем не менее дома, конечно, приходят в негодность и приходится добиваться выполнения ремонтных работ. Где-то нужно крышу отремонтировать, где-то сети, вот, где-то фасад, где-то дворовые территории. Поэтому работа идет полным ходом. К работам приступили на многих объектах. Где-то продолжаются торги. Процедуры планируют закончить уже в сентябре месяце, чтобы успеть реализовать поступившие от избирателей заявки.